Казалось, что у меня украли такой кулон, ладанку, что они делали со святым князем моим Александром Невским. Вот, расстроились, как и я, собственно, расстроился. И сделали мне вот такой вот подарок, прислали посылку. Город Гродно, сейчас я ее буду распечатывать и делиться с вами. А как ее распечатывать? Она очень плотно упакована. Попробую вот так вот ножом чуть-чуть поддеть. Ну и спасибо вам, парни, большое. Прям низкий поклон. А то как-то без Александра Невского себя плохо ощущаю. Вот такая вот замечательная коробочка. Что же здесь внутри меня ожидает увидеть? Ой, какая красота! Ой, единственное на экземпляре, ни у кого такой нету. Ну а та крыса, которая украла у меня до этого подобный медальон, кулон. Вот. Лишь бы в бок в помощь ему была. Спасибо большое, парни. Спасибо. Бог в помощь вам. Во всем делах праведных. И так буду ходить теперь. Сюда, рядом с крестом. Этикетки потом пообрезаю. Спасибо вам, парни. Спасибо вам большое. Буду бить их, бить, бить, бить.